мы в Малайзии. Конечная точка нашего маршрута в городе Куала-Лумпур. Самолеты прилетели в Малайзию. Очень быстро, кстати, меньше часа. Владу везде мерещатся эти самые мужики. Две нормальные девочки. Две хорошие, нормальные стюардессочки. Просто одна из них мужик. Check one, two. Got something I need to get off my chest. Check it, punkers are monkey flipping with the funky rhythms I be kicking. The clock on the time bomb is ticking away. So get a move on. Кто ведет наш поезд, Саш? Никто. Метро в Куала-Лумпуре без машинистов. Around in mobs, outside our workplaces and ways to steal. Свет есть, а окон нет. Впервые мы будем спать по отдельности. Я даже не знаю, смогу ли уж мы спать. Давай купим, да. Страна тебя в рот. Вообще уехал взял. Тут в принципе страна все в рот. Вы бы видели человека на ресепшене в нашем дискавере. С третьего раза человек отвечает на вопрос. О, thank you. Руки помыл. You tell them what they want to hear and they believe ya. Doctor, I'm experiencing a major malady. It's an actual allergy to TV and excuse me. But don't we seem to be glued to it? We're sucking second-hand experiences through it. По цвету, короче, делится стоимость. Вот у палочки на конце цвет. Там подписано по полоскам. В общем, купили переходник. Наша зарядка в него не влезает. Но это полбеды. Он, в свою очередь, не влезает в зарядки. Неплохо. Переходник из ниоткуда в никуда. Сколько стоил? Очень дешево, как нам сказал продавец. 13 рублей, давай посчитаем. 50 рублей. За это говно. Вот. Даже в Москве такую херню за 150 рублей продавать стрельбу. 8 миллионов способов умереть. Написано счастливым человеком, да? Счастливый человек, все. То есть это получается сверху вниз, да? Я правильно понимаю? Совершенно верно. Вниз вот так. Нет, в другую сторону. А вот в эту сторону? Конечно. Не стыдно вам? Музыка приехала. Не стыдно? За что? Да он не выдерживает. Я не выдерживаю? А вы во второй книжный заходите. В каждой стране есть своя Елена Малышева. Это норма. Мой любимый персонаж. Tell them what they want here and then the monkey, do. I see me, see you. Кукурузное что-то. На что-то с желтком похоже. Вот если бы мне сказали, что это кукуруза, я бы сказал, что это что-то яичное. Гум местный. Цум. Но лучшего места не придумать. Инструментов нет, есть только вот кусалочка. Ну, пришло его время. А ты обработал кусалочку, да? Да, да, да. И кусалочку обработал, и шов, который через мясо потащит. Оп, и мясо все. Ну и все. Пока я справлялся, заклеил и забыл, я так и Соплями с какими-то. На вкус чай, пиявки прям. Прям пиявки. На вкус как говно.
Это маска кого, Саш? По-видимому, акула. Похоже? Очень. Last night, what we talked about, it made so much sense. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. So last night, what we talked about, it made so much sense. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. Так, дедушка купил нам... Еды домой принес. Еды домой. Вот, все как бы так герметично и здорово, и, кстати, горячее еще. Вот, но что нам с этим делать, мы ума не можем приложить. Не, ну вот. Тетки умные, а это не очень. А я не очень. Fiercely fighting, always fighting as she goes. Ханойчики. Ханойцы. Ханойры. Ханой-огородцы! Ханой-огородцы! Поехали уже, хватит теребонькать! I wish you'd noticed how strong you are. Such a young girl, you've come so far. Мы, значит, сели к какому-то предпринимателю, так назовем его. Видимо, это не его автобус был, просто на сайт не сажал людей. Дверь не закрыл, багажник не закрыл, уехал. Его догнал водитель, видимо, настоящий владелец. Вот, и сказал, давай, сам мужчина, вываливаемся с моей машины, ставим на место, и нас пересадили на другой автобус. Вот здесь. Вот здесь нам, нас подобрал? Да. Вот здесь подобрал нас. И больше один круг. А вот и кафе, в котором мы только что проехали. Поехали дальше, поехали, поехали. Мы что, круг просто так сделали? Поехали еще. Круг денег уже. Что, три круга, и у него на ужин есть. Давай еще кружочек. Таксист по физике объяснял это так, когда... Как-то работу проделал, а КПД ноль. Это говорит, ты можешь весь день двигать тяжеленный шкаф по комнате и вернуть его в то же место, откуда ты его начал двигать. Что ты будешь двигать его, тебе не платят? Да, ему платят. Остановись, ханойчик. Прорвало, блин. Бомжара. Привет. Общее впечатление о поездке. 2 недели прошло с момента нашего прибытия в Юго-Восточную Азию. Я представлял себе, а я себе ничего никогда не представлял. Никогда мы в Европу ехали, не сейчас. Очень много мы посмотрели, очень много всего случилось. Это абсолютно новый мир. Очень я, конечно, устал. Сдался я вот за 2 дня до конца, может, за 3 даже. Полное ощущение, что вот месяц мы минимум отдыхали. Какие-то приключения постоянно. Разбились. Посмотрели, познакомились, переехали, познакомились, спрыгнули. Очень много нового случилось со мной. Всю свою жизнь я без какого-то энтузиазма относился к азиатским девушкам. Не особо красивые, не особо интересные, ну ни о чем. Подержаться не за что. Они оказались настолько милые, настолько прелестные и приятные девушки. Все действительно великолепные дамы. Маленькие принцессочки, каждая из них. Грязь и бедность, которую я ожидал увидеть, я увидел. Лоск и блеск, которых не ожидал увидеть, тоже увидел. Грязь, разврат, раздор. Вне государственный строй абсолютно. Не надо себе забивать голову лишними какими-то соображениями на будущее. Не надо загадывать, нужно просто ехать. Последние 2 дня я прям так конкретно, ну, я устал, я чувствую. Выехало 4, а вернулось только 3. Говорили, будет очень жарко. Когда мы вышли из аэропорта, было действительно просто капец. Кто-то баньку-то топит. Потом, ну сколько мы, 5-6 жили, вообще не очень жарко было. Очень сложно, на самом деле, в дороге все это монтировать, но интересно. Интересно. Кстати, прямой эфир, это гораздо прикольнее смотреть. Круто! Круто, да. Dancing on, do the boogie all night long.